Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 78. Прямые на плоскости и в пространстве. Задание А. Прямые АБ, СД и КМ пересекаются в точке О. Рисунок 2.6. Значит, у нас дано прямая АБ, прямая КМ и прямая СД, которые пересекаются в точке О. Угол А, ОМ, А, ОМ равен 47 градусов. Угол А, ОС равен 32 градуса. Нам нужно найти угол СОК, угол КОБ, угол БОД и угол ДОМ. Угол СОК будет равен данный угол СОК плюс СОА и АОМ. Это смежные углы. Их сумма равна 180 градусов. Чтобы найти угол СОК, нужно сложить углы СОА и АОМ и от 180 градусов отнять полученную сумму. 32 плюс 47 получится 79. 180 отнять 79 получится 101. Это будет величина угла СОК. 101 градус. Угол КОБ будет равен 47 градусам, так как угол АОМ тоже 47 градусов, а это вертикальные углы. Угол БОД будет равен 32 градусам, так как угол СОА равен 32. Это вертикальные углы. Угол КОС 101 градус. Следовательно, угол МОД тоже будет 101 градус. Это вертикальные углы. Угол СОК равен 101. Угол КОБ равен 47. БОД 32. ДОМ 101. Задание Б. Через точку О проведены три прямые. Рисунок 2.7. Угол А, ОС у нас равен 130 градусов, а угол АОБ равен 91 градус. Найдем углы, обозначенные цифрами 1, 2, 3 и 4. Итак, нам дано прямая АО, прямая БО и прямая СО, которые пересекаются в точке О. Угол АОС равен 130, АОБ 91. Найдем первый, второй, третий, четвертый угол. Угол четвертый у нас будет равен 180 градусов, это смежные углы, минус угол АОС. А угол АОС у нас равен 130 градусов. Значит, четвертый угол у нас получается равен 50 градусов. Четвертому углу вертикальный угол, это под номером 1. Он также будет равен 50 градусов. Второй угол равен углу АОБ и равен 91 градусу, как вертикальные углы. Третий угол у нас равен 39 градусов, потому что мы от 130 градусов угла АОС отнимем угол АОБ, который равен у нас 91 градусу. И получится, что угол БОС у нас равен 39. Это также и третий угол будет равен 39 градусов. Итак, первый угол это 50, так же, как и угол четвертый. Угол второй у нас равен 91 градус, как и угол АОБ.
И второй угол, и третий угол у нас равен 39 градусов. Мы от 130 отняли 91 и получили 39. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.